Дорогие друзья, сегодня рано утром несколько российских сайтов сообщили очень тревожную информацию для многих из нас. В данной статье сообщается о том, что этой ночью в центре Москвы в парковой зоне был найден избитым российский известный киноактер Артур Ваха. Мы были в шоке от данной новости. Мы проверили эту информацию, и вот что мы узнали. Оказывается, да, на данный момент Артур Ваха находится в больнице номер 19 города Москвы. Но с ним ничего плохого, к счастью, не произошло. Артур Ваха лег в больницу на обследование, которое было ему назначено врачом несколько дней назад. Кто пустил дезинформацию в интернет, пока еще неизвестно. Мы уже связались с самим актером, сам актер шокирован тем, что о нем пишут. Будем надеяться на то, что с ним все будет хорошо, друзья. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши новости каждое утро. Только мы сообщаем всю правду и жизнь звезд российского шоу-бизнеса.